Ко дню города в Самаре приурочат сразу несколько событий, все семейного формата. Среди них День народов и национальных культур, который впервые пройдет в регионе 12 сентября. Центром торжеств станет жилой район Волгарь. В 11:00 там будут открыты несколько национальных площадок, на которых можно будет примерить, потрогать, полюбоваться и даже попробовать на вкус культуру разных народов. Организаторы обещают массу сюрпризов, в том числе высадку деревьев в честь 70-летия Великой Победы, открытие символа добра и любви, а также большое авиашоу с прыжками парашютистов. Добраться до места можно на бесплатных автобусах от остановок Площадь Революции и автостанции «Аврора» с 9 до 12. Рейсы обратно с 14 до 16 часов. В 13:00 уже в центре города на Молодогвардейской пройдет первое в истории региона шествие первокурсников. Во главе с руководством области и советом ректоров студенты пройдут до площади Куйбышева, где в 14:00 торжественно дадут клятву «хорошо учиться». Кроме того, от каждого вуза будут работать интерактивные площадки, так что мероприятие будет интересно и абитуриентам. А в 14:30 на второй очереди набережной стартует фестиваль «Жемчужина на Волге». Творческие коллективы области исполнят классические произведения, джазовые аккорды и популярные песни, а огня празднику добавят фаер-шоу. Лучше приходить с семьей. Вот это действительно настоящий семейный праздник. Потому что не будет скучно никому, ни взрослым и ни детям. За счет таких форм проведения мероприятий, Дней народного единства, каждый показывает свою уникальность, мы становимся уникальными все вместе, потому что передаем друг другу те знания, умения, которым богат каждый человек.